Марат, канал Сильфокс. Приехали мы в Калужскую область. Сегодня весь вечер занимались делами по хозяйству. Сейчас выделил немного времени, сходил половил кузнечиков для завтрашней рыбалки. Будем ловить в проводку на маленькой речке, микроречке. Называется река Дугнянка. От названия населенного пункта, по которому она протекает, это поселок Дугна, Ферзиковский район, Калужская область. Ну, я надеюсь, из этого что-нибудь получится. Посмотрим. Барсик. Барсик. Привет, Барсик. 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 Учись, Барсик. Здорово, здорово, народ. Приехали мы на речку Дугнянку. То место, где ловить будем. Время сейчас без 15-5 часов утра. Стоит туман, находится она в низовье, ну, с двух сторон, грубо говоря, две сопки высокие, горы, полугорки, и речка находится внизу. Будем ловить мы на кузнечика, сейчас надену GoPro-шку, и пойдем. Ловить буду вот на такую вот снасть, называется она Bubble, это шар, вот, ну и надеюсь увидите. Поклевки головля, вываживание и так далее, там подобное. Не знаю, как изменилась речка, я думаю, сильно. Не было я здесь очень-очень-очень давно. Ну, увидим, что дальше из этого получится. Погнали!
Васюк. Как-то пошло не так. Шарик потащило под куст. Промазал, в итоге съела у нас кузнечика. Пытаемся найти еще одну кузнечку и вытащить. Вчера собирали за домом. Крючок маловат, крючок, я не понял, почему я его не просек. Основная рыба здесь, которая водится, это елец и голавль. Вот на голавля мы сейчас и заточены. На поимку голавля. Голавль не крупный. На полкилограмма где-то. Внизу, если спускаться, тогда можно еще покрупнее поймать. А здесь он крупный особо не бывает. На воде. Погнали дальше. Смотрим. Я стараюсь по праву ходить куда-нибудь подальше. Может, черевуха балуется. Кто его знает. Я сейчас промазал, мне надо было фрикцион ослабить, а я фрикцион там ослабил. Не затянул точно наоборот, когда удилище собирал. Не ослаблен был. Ну, затянул там надо. Маму принесла к кустам. Катушка тут отличная, штучка большая. Можно плавить и плавить его. Поклевка. Пошел. Давай, парень, давай. Есть. Головы. Пошел. Зараза, а? Не просек. Это может обозначать одно, то что очень мягкое удилище. Не просекается, и все. Головы-то небольшой. Грамм листина. Тем не менее, он есть. Он вперед. Место очень маленькое сейчас.
Хорошо, если еще будет похлебка. Так маловероятно. Класс. Голова местная, а река поднимается, она здесь остается после разлива. И вот он все лето. Все весной, лето и осень, он здесь. Подсекают, отмутку же ловить. Обычно раньше всегда больше давал времени на заглотан. Вон он, есть контакт. Кто-то есть. На нашего кузнечка наталяет за эту перед. Есть, конечно. И крупно есть. Я здесь до полкилограмма ловил. Но это гораздо позже. Сейчас будем искать. Заглотил, зараза. Что, придется все забирать, что? Это возня, блин, я не подготовил. Нет. Рыбу сразу в сумку. Приходится заниматься сейчас этим. Время у нас до 11 часов, думаю, если он так берет, то что, в принципе, головля у нас будет немало. Но сковородку ловить точно наловим. Места здесь классные, я здесь вырос, остановился как рыбак. Первые свои шаги делал именно на этой речке, по головлю, по ельцу. Головлика первого поймали, съел кузнечка. Остатки выкинул. А вот как я говорил, прошел по месту, где я атаковал первую головлю. Он был, конечно, значительно крупнее, чем этот, но мелочь, она глупее головлина. Поэтому крупный ушел более-менее, там на 200. Мелкий остался. Попробуем еще. Леска у меня основная стоит 0,28, а поводок как 0,12. Поэтому не было у меня тоньше лески, поэтому пришлось ставить вот это из-за этого. А так обычно леска 0,23-0,25 более чем хватает на такую рыбу. Посмотрим, будет еще. Одна-две проводки, рыбка. Одна-две проводки, рыбка. Я раньше, когда помоложе был, ходил подальше, ловил.
Почти до самого впадения в Аку. Где-то километра полтора, наверное, по речке. Пошел. Попадется, нет? Прям вдоль стеночки пропускаешь его. Вот он стоит, вон, есть. Стеночки пускаешь его вот это, и он пошел туда, где снов конечно плотинки, а может лучше покрупнее стоять, ничего нет, уже не видно, поклевки я вот не вытащу. Еще раз не поросек, значит он очень маленькая. Очень маленькая.
на опарыше попробовал. Этот товарищ меня сбивает удачно, кузнечик. Вот на головы. Не идет, я не знаю, что зарубка такая. Скорее всего, черевуха. Сейчас мы специально для нее попробуем пускать опарыша. Елит. Такого ельчика мы берем. Вот она. Вот она сабелька. Хороший. И такую мы берем. Едовую. Попробуем на яйца. Попробуем поставить мы опарыша. Посмотрим, что будет на опарыше у нас. Сложка то поедет, то пропадет, то появится, то пропадет, это известно. Откуда? Ну, опарыш, наверное, месяца два уже. Я на него везде ездил, пытаюсь его словить, но как-то, наверное, не получается. И свет ничего при банке, да? Выручает у меня не единожды. И карася на него пытался ловить, что-то как-то. Как-то что-то. Что интересно, посмотрим, что будет на опарыше. Будет клевать, а будет. Что-то есть. Молниеносная покровка, это елец. Ну, как молния. Сабелька. Маленькая, очень быстрая рыбка. Сабелька.
что? Голавль. Господи. Такого крупного голавля я очень давно не ловил. Прям монстр, блин, прям глаз спали. Зачем же ты его? Ну, нормально. Иди домой. Папку зови. Походу там был. Ну что, ничего не было. Ладно. Вроде бы. Я вообще думал, это черевуха. Голец. Он такой же мёртв. Подай мелочь, начала попадаться, сейчас мы будем переходить. Удочку надо собирать. Потому что по таким кустам я так с удилищем я не пролезу. Вот каждое половодье намывает вот такие кусты огромные, лозы валяют. И пройти очень-очень тяжело. Тут рыбаков не бывает. Очень редко. Во-первых, рыба мелкая. Все в основном, если хотят поймать рыбу, они идут на акку. А здесь считается как бы ловко. То есть так. Кому надо, то приходит, мелочи ловит. Сковородку может. И, как правило, редко кто ходит вообще по речке, очень редко. Все ищут место. Вот он место. Пришел, на порожек встал. Ты стоишь, ловишь с утра там пару-тройку часиков на кузнечика погонял, там на сковородку на две наловил и ушел. А так, чтобы ходить по речке, вот как я, очень мало кто ходит. Я не знаю, сейчас вообще такие рыбаки остались, потому что я сейчас хожу, кроме звериных троп, здесь вообще ничего нет. Все сворачиваем. Пошли. Ух, шустрая какая речка. Все. Сейчас придется лезть. Все это, блин, кошмар. Да. Июль. Травы немерено. Июль.
Здорово, здорово, народ. Вот закончили рыбалку. Точнее, закончил рыбалку. Дошел я до омута, который находится под пожаркой. Прошел где-то порядка, ну, километра, наверное, полтора по всем дебрям, кустам, зарослям. Речка изменилась, но она, в принципе, каждый год меняется. Но половил я, здорово половил. Очень давным-давно хотел попасть сюда, попасть с этим снаряжением, которое у меня сейчас есть. Вот. Ну и по снаряге, то, что монтажка, на которой я ловил, я скину в описании под этим видео. Монтаж той снасти, на которую я ловил, называется Bubble, ну, пузырь. Ловил голавлика, ельчика на пузырь. Вот, можете посмотреть, кому интересно, глянуть. Далее, то, что по рыбе. По рыбе это вот этот голавлик небольшой и ельчик. Елец крупнее этого размера не вырастает, но весьма неплохой. На сковородку наловил где-то, ну, чуть больше килограмм, наверное. Вот, взял. Давным-давно хотел я за этой рыбой. Шустрый, мощный ельчик какой, елец, блин, а. Класс. Очень-очень давно я соскучился. Вы можете мне поверить, то, что я... Для меня вот этот вот, казалось бы, да, маленький улов наиболее драгоценен, чем я ловил на оке по 8, по 10 килограмм. Для меня это более значимая рыба и более значимое место, нежели Подмосковье, где я сейчас проживаю. Вот, очень скучал я по этому месту, прям очень, прям дико скучал. Ловил я на кузнечика, ловил я на опарика, но лучше всего на кузнечика, конечно, и ловится вот на таких, на раскатах, вот где... Раскат течения. И течение, где быстро довольно-таки. Когда вот быстрое течение идет. И прям такие перекатик, перекатик, перекатик. Вот тогда, да. Когда прям попадается здорово. И голавлик попадается. И ельчик попадается. Поймал одного этого. Уклейку даже. Вот, ноль плато. Я не знаю, кому интересно, можете написать в комментарии. Я только не знаю, GoPro засняло это. GoPro-шка сдохла. Взял две батарейки, маловато. Надо брать штуки 4. Надо брать карты 2-3 памяти. Вот. Вот такая вот речка, маленькая прям вообще. Местами разливается прям очень глубоко, очень широко. А местами прям вообще перешагнуть можно. Вот как вот здесь вот просто два шага, и это берег вымытый. Там идеальные условия для голавлика, для щучки. Рыбы здесь много, рыбы здесь всякая есть, и щука есть, и окунь есть. Все, что есть в оке, все водится его здесь. Так что, в принципе, все. Все, спасибо. Спасибо за просмотр. Всем всего самого наилучшего. Завтра с утра собираемся на фидер сгонять на местного карася. Ну, и посмотрим, что из этого получится. Пока-пока.